Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о сыворотке. Сыворотка антистресс, артикул 0222. Это сыворотка новинка в серии Beauty Lab. Но это не новинка текущего периода, я снимаю сейчас в конце августа. Уже, наверное, каталога 4 это средство у нас присутствует, если не больше. Но у меня только что дошли до нее руки, я буквально неделю пользуюсь этой сывороткой. И хочу рассказать свои, ну, будем так говорить, первые впечатления. У нас эта сыворотка предназначена. Сейчас я просто прочту. Для тех, кто... Здесь, кстати, не написано, но на сайте написано, что она предназначена для тех, кто живет в постоянном стрессе, в большом городе, с плохой экологией. То есть абсолютное средство для меня. Мне абсолютно все это подходит. Долго думала, заказать, не заказать. Когда она была со скидкой, только вышла, мне не хотелось заказывать и мешать ее с Beauty Lab, которая была у меня лифтинг. А потом она была за 999 все время, дороговато для 20 мл, и дождалась наконец-то 50% скидки, заказала. И с первого же применения осталась, ну, очень-очень довольна. Я даже бы сравнила эффект от действия этой сыворотки, это я уже прям забегаю вперед, да, с вот этой сывороткой от Clarins Energy Booster. Я про нее вам уже как-то раз рассказывала, когда я ее активно использовала. Ее нужно добавлять капельками в крем, ну или эти капельки разнести по лицу и затем крем наложить. То есть лицо моментально подтягивается, лицо тонизируется, очень клевый эффект, наносится тональный крем после этого. Ну просто шикарно, лицо как после фотошопа, и все то же самое, что я сейчас перечислила, я получила вот от этой сыворотки. Я с первого применения осталась настолько довольна, что, конечно же, поделилась своими ощущениями с девчонками, и кто видел распаковку моего заказа на 80 баллов, у меня там их целых 6 штук, из них моя только одна, я взяла себе в запас. Так, ну и что у нас... Написано про нее. Восполняет энергию в клетках кожи, мгновенно устраняет следы усталости, восстанавливает здоровый цвет лица, придает сияние, незаменим... А, вот написано. Для жительниц мегаполисов с насыщенным ритмом жизни и дефицитом сна. Это, мне кажется, вообще можно каждый покупать эту сыворотку. Растительный комплекс Filderm Vegetal C2 стимулирует процесс естественного обновления кожи, защищает клетки от негативного воздействия окружающей среды и препятствует преждевременному старению кожи. Подходит для всех типов кожи. Как нужно ее наносить? Массирующими движениями нанесите сыворотку на очищенную кожу лица и шеи. Собственно, вот и все. Все очень просто, никаких нет каких-то особых рекомендаций. Здесь точно такой же принцип, как у сыворотки с лифтингом, пипетка. То есть мы туда ни пальцами, ни лопаточками, ничем не залазим. Набираем нажатием в пипетку раствор и капаем, я капаю на ладошку и наношу на лицо. Не прикасаюсь даже к руке, чтобы не было никакого контакта, мало ли там что на руке у меня. Собственно, ничего страшного, но потом это все может размножаться, зачем это нужно. Кстати, срок годности я хотела вам сакцентировать ваше внимание. Срок годности 36 месяцев, у нас обычно 18 у этой сыворотки. 36 месяцев, но после открытия 6 месяцев она годна. Я думаю, что на 6 месяцев ее не хватит, потому что приходится наносить ее на лицо, абсолютно на все, чтобы оно выглядело красиво. И поэтому расход у нее, ну вот смотрите, у меня за неделю, получается, израсходовалось миллиметра 3, наверное. Ну, миллилитрами сложно измерить, поэтому смотрим в миллиметрах. Я вам сейчас покажу полную. Полная она полностью до серебристой. Немножко цвет отличается, да, интересно. А новая, не начатая, она немножко пожелтее пришла. Ну, а так, в целом, обе сыворотки 18-го года производства. Все в порядке. Ну, теперь по свойствам. Ну, это прям жидкость. Вот давайте я капну, вы посмотрите. Это жидкость, прям как водичка. Абсолютно не имеет никакого аромата. Просто как будто вы пользуетесь водой. Когда вы наносите на руки, ну как я наношу, я накапала какое-то количество, вот так по рукам разнесла, и вот такими вот похлопывающими, даже не похлопывающими, а просто прикосновениями наношу эту сыворотку. Она не жирная, она не течет по лицу, она впитывается моментально, просто моментально, и ничего за собой не оставляет. То есть надеяться на то, что у нее есть какие-то уходовые свойства, совершенно не нужно, у нее их нет. У нее есть именно...
ну как нет, да, у нее есть вот эти заявленные эффекты, они у меня лично все работают, и просто очень хорошо работают, зная вообще, какая у меня кожа, какое у нее состояние, и видя себя после этой сыворотки, я остаюсь очень довольна. Я еще даже остаюсь довольна тем, что у нее нет никакой липкости, у нее нет никакой жирности, не приходится ждать, когда она впитается. Можно сразу же поверх нее наносить уходовый крем. Я наношу ее только утром, потому что на вечер у меня всегда какая-нибудь маска приготовлена, и после маски я наношу только свой обычный уход, который вы видите в видео косметичках месяца. А после нее утром я наношу дневной крем, или вот сейчас у меня, например, это фитосыворотка из серии Airstream, да, она уже, эта серия у нас не существует, а сыворотка у меня еще осталась. То есть уходовых особых свойств нет, но вот эту вот какую-то ровность, сразу тонус и подтянутость кожи вы получаете мгновенно. Я не знаю, как это работает и что здесь работает. Здесь очень крупными буквами есть состав на упаковке. Ну, кто интересуется составами, можете на сайте посмотреть. И успейте еще по этому каталогу заказать эту сыворотку по цене 599 рублей. Можете заказать у своего консультанта, можете пройти по ссылке под этим видео и самостоятельно сделать заказ со скидкой 20%. 20%, а если еще и сумму наберете для подарка за первый заказ, то во втором заказе вам за 1 рубль всего предложат набор шикарнейший либо платину, либо декоративной косметики. Всем, ну, девчонки, просто вот от чистого сердца рекомендую. Я не знаю, наверняка найдется те, кому не понравилось, не подошло, но смотря что мы от этого ждем, да, может быть, кто-то будет ждать, что сильно глубокие морщины расправятся. Ну нет, конечно, не расправятся, просто ваш вид будет отдохнувшим. Я уже говорила в одном из видео, что написали комментарий, что, Марина, ты сделала с лицом. Ничего, ничего я не делала. Я делаю, как обычно, кучу масок, и вот эту сыворотку стала применять. И, ну, честно говоря, нравлюсь себе с утра. Мне кажется, к вечеру немножко эффект сходит. Но я даже не хочу экспериментировать, допустим, на пару-тройку дней отменить и смотреть на себя. Мне нравится, как я выгляжу, и все, мне этого достаточно, и пользуюсь. Пользуюсь и взяла в запас. Ну, и вам советую, все-таки пока скидка 50%, покупайте. Ну, а на этом все. Большое спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе моих последних обзоров, чтобы вам приходили оповещения о моих новых видео. Подписывайтесь, получайте скидку в компании Faberlic по ссылке под этим видео. И огромное спасибо, что заглянули на мой канал. С вами была Марина Соловьева. До новых встреч, всем пока!